Дмитрий, с победой вас, с выходом на поле. Как игра смотрелась? Давайте с того начнем. Как она смотрелась со скамейки запасных? Ну, наверное, мы доминировали большинство процентов матча. Владели где-то. Ну, у них были неплохие контратаки, к чему мы были готовы, в принципе. Вот, я думаю, что победа закономерна. Очень рад, что вышел на поле. Счастлив. С какими словами вас выпускали на поле? Какую давали установку? Времени было, в принципе, немного. Так, я должен был скорее выходить. Тренер просто пожелал удачи и сказал, где я действую на стандартах, и все. И в бой. А по позиции? Ну, я вышел левого центрального защитника. В принципе, это, ну, моя позиция. Проблем как таковых не было. Просто нужно было влиться и, наверное, где-то попроще играть. Ну и слава богу, что выиграл. Ну а какие вообще эмоции от того, что вы сыграли в премьер-лиге? Я счастлив. Ну, в принципе, в премьер-лиге я уже играл, да, но очень счастлив сыграть за родной клуб, в котором я воспитывался. Все самое интересное, надеюсь, впереди, поэтому я счастлив. В конце был гол, который, правда, отменили. Не было ли тревожно в этот момент? Ну, тревожно было, конечно, то, что пропустили. Пропускать всегда неприятно, но судья сверху, вар там увидели, и слава богу, что был офсайд. Вы очень много тут знакомых встретили, как мы видели, да, по ходу матча и до матча. Расскажите, кто это было, что вам говорили? Это ребята, с которыми я играл в Ростове, которые в аренде сейчас в Химках. Очень близко с ними общаюсь, вот поэтому на позитиве перед игрой. И Арсений получил травму во время игры, я пожелал ему удачи, без травм, восстановления быстрого. Ну и в принципе много ребят знал, которые выступали в футбол. Это большая одна, можно сказать, семья, все друг друга знают, но не все. Много кто друг друга знает, поэтому у меня тоже немало товарищей. Есть матч за «Зенит» в премьер-лиге. Что дальше? Дальше, надеюсь, еще много матчей в премьер-лиге за «Зенит».